Чиновники Минобразования Дагестана за 3 года потратили на один лицей 1 миллиард рублей. Громкий судебный процесс начался накануне. На скамье подсудимых главный специалист Управления экономики Министерства образования Республики Магомед Матагиров. Следствие выяснило, что с 2010 по 2013 годы злоумышленники путем фиктивного увеличения числа учащихся Республиканского многопрофильного лицея и расходов на их питание похитили свыше 899 миллионов рублей. Уголовные дела заведены на бывшего директора, главного бухгалтера и кассира образовательного заведения. Добавлю, что все эти факты были обнародованы и переданы в следственные органы новым руководством Минобра Дагестана, которое по указанию главы республики наводит порядок в образовательной сфере.